Ран номер один. Lost. Hard mode. Let's go. Не ресетим. Находим кошку. Желательно. Почти кошка. В каком-то смысле. Привет, папа. Спасибо, папа, да. Спасибо, спасибо. Ну, старт прикольный, слушай. Как бы халявная сделка, это всегда в почете. Халявная муха тоже в почете. Это вот старт. Не знаю, по-моему, сегодня не будет стартов лайтовых. Я чудовищно сонный. Как весь день. Предлагает шмелтер. О, импер хорошо. Это сейф страты. Господи, Мейз, пристань. Только начали, уже мейзит. Эгриша. Lost, I mean, I killed Keeper already as well. I killed all my free streaks in like one week. Keeper workouts like 3-7. No, 37, not 7. If it was 7, it was way more cool to grind. It's not that easy. It's this change of character, but still, it's pretty insane. 37 rounds on Keeper. Like it's not only on Keeper. It's like Shadow and stuff. Нет, это ты много пересмотрел спидранов по ESG Кубера. Только в Racing Plus такой есть. В ванире ХП у ласта не показывается никогда. Максимум жизни могут показать. Типа, если берешь кошку, у тебя там жизни показывается. Do you want to hold the free will records? Well, it's not really about that, I just don't want to play it now, because what's the point? It's like 1 month left. So I guess it makes sense to play something else. Paralysis. For now. But I guess in theory I can go for this. The problem is I don't think it will be possible to beat like 37 a keeper on in the new game. I'm pretty sure new game will be more difficult to play. So it will be different numbers, but it will be different game though anyway. So I guess it doesn't matter. Call like leaderboards, I guess kinda leaderboards, so it will be like new in the new game. Red Bulker, all noble. Prison the wave, red, вырубил не. Где ключи? Ключ. А тоже не ключ. Секретка не в том месте, секретка здесь. Окей, она не здесь, она здесь. Все еще ноль ключей, да? Я так в магазин зашел удачно, получается. И тут мейза нет, причем там-то можно было ключ сэкономить, тут ключ сэкономить. Взрывай котлы нахера, там нет ключей, там есть только деньги, и они мне не нужны. Mm-hmm.
Shadow. У Ласта, да. Ну, мой PB, да, но VR выше. VR 87 или 86. Уже, наверное, сейчас он меняется быстро. Ну, не очень быстро, типа, VR постоянно обновляется. Там у Черика, о, их живой. Он его постепенно усиливает и усиливает все дальше и дальше. Вот теперь можно фото поломать. Тут было фотов много. Тут 5, тут 3. Тут взорвем. Кайф. Ладно. Так рано я обязан так взять. Айтемы за 7. Первый айтем за 7. Перехаус нет. Не, рифчат. Хаус? Говно. Маппинг норм. Это норм. Скорость есть, дэмэдж хорошо. Имперор. Я не возьму потом этом за ним. Ладно, оставим пока так. Пока. Для старта пойдет. Лорит Кейс. Этот покорисок особо не помог бы с хаосом. Деньги-то брать неоткуда, по-нормальному. Да потом, если будут деньги, да, может будем подумать. А вот что он все равно один хер вернет, что я его с пола не удалил. А ломать проще как раз таки без хаоса. Мне пока ломать нечем. Нет сетапа нужного. Типа всякие бланкарты находить. Скидки с хаосом сложно. Это обычно крестово. Блин, сколько у вас приятнее, чем Кипер все же. Насколько это более приятный персонаж. Сколько проще он играется. Камень, может, возьму даже. А, окей. Значит, реально беру. Ну, типа, скорость, ладно. Скорость базовая тут терпима. С этим жить можно, наверное. А вот и она. Забавно. Ну чё, делаем первый раунд с бланкарты Имперором. Можно. Ладно, все равно будет только, наверное, с бомба телепорты. Пока это просто типа ради безопасности условный. Я лицо сломаю себе где-нибудь. Там что, опять меня не Shadow FPS? Firefox. Опять Twitch троллит. Я не буду перезапускать ни похуй. Я уже заебал этот Twitch с этим приколами. Кривожопый, блять, интерфейс. Ну и хуй с ними. Пускай будет. Мерзкие тролли. 5-12 FPS украли.
Этаж это реально странно. Ну, такое бывает, да. Благо, мимо как бы не пройдешь, поэтому. И на том спасибо. Босса не пропустить. Успел своих друзей позвать. Окей. Гапи у нас одна сейчас есть. Это тоже хорошие новости. Теперь шутер. Да-да-да, я знаю. Там вроде как все нормально, просто почему-то в интерфейсе FPS неправильно показывается порой. Там то 50, то 48, то еще какая-то херня. Но обычно 48. Но бывало 50, по-моему, FPS. Бывало, мне давали на 2 больше FPS. Сейчас чего-то. Блядь, окей. Ну, нужен один хороший айтем. Это очень хорошая, тогда, возможно, я буду пытаться это закончить уже сейчас. Это, конечно, стрик 0, но я все равно не хочу умирать. Я не умирать, но вот я потому и не юзаю бланкарту импера. Сразу. Вот это и первый ран. Вообще план такой, да. План не умирать. Никогда. План жить вечно. Я бы на этом стрике. Было бы хорошо. Аркада, полагаю, на лосе не особо нужна. Да, верно. Или не будем ломать. Ресток, ресток. Он самый. О, бля, чуть не убил. Ну, зови. Я знаю, ты хочешь. Зови, зови помощь. Лобби. Фак. Ладно. Опа! Здрасте. Ха-ха, окей. Вот это тайминг. Вот это я понимаю тайминг. Удобно. Удобно. Так. Яйкс. А вот эта скидка подъехала, да? А вот эта скидка подъехала. Но одинарная. Мне бы двойную. Одной толку-то мало. Ну, в том-то и проблема, что я, блядь, не задиплить. На том и речь. What do you mean? How did it happen? I took this trinket. Like, if you have this trinket, you can't see grit. Like, in the shop or secret room. Actually, maybe you can't see it at all. Like in any room, or probably only in these special rooms. So if you saw grit, you then take this trinket with you to the same room, you will get sharp or sacred room in the special room over grit. That's how it works. That's whatever. Okay. Ладно, я думаю, это нормально. Yeah, so if he was there, he will be replaced by normal room, normal layout. Притутка. Так, пошли в эту room, пока еще про нее помню. Еще уйдем отсюда, так и не проверив. Карта интересная. Айтем интересный.
Ладно, я думал, можно заканчивать. Теперь, наверное, можно заканчивать. Так, все еще не могу к Текексу привыкнуть на этом контроллере. Туговато это. Нажатие на DualSense. Купил новый? Ну как, ну уже давно купил. Не, как когда PS5 вышел, вот примерно с тех пор у меня есть. С ноября. Три красных, лол, а мне плевать. А мне плевать, я lost. Но в целом мне пока контроль в кайф. Стик, конечно, скоро мы узнаем, сколько он сможет пережить. Но пока вроде еще более-менее жив. Посмотрим, сколько у меня он выживет. Ну, в принципе, я морально готов уже к лету уже покупать новый контроллер. Наверное, с моим как бы этим графиком раз в год, наверное, менять контроллер это норма. Так сказать, это издержки производственные. Keep a rip, yes. It trolled yesterday. Now we're doing lost again. So I guess it's for the best. Keeper is horrible character. Not a fan of Keeper. Так обрак он везде есть, тут какая-то вообще мышь. В принципе, ничего не читать. Стики делает везде одна и та же фирма. Все правильно понял. Почти везде одно и то же, поэтому. Даже элит контроль за 15 тысяч, ты можешь купить говно. И там брака, в принципе, тоже до хрена. Там тоже куча вот того, что все плохо. Так что это просто на удачу. И типа в любом случае, это как бы случай, по идее, должен быть гарантийный, так что если это будет в первый там год, ты все равно можешь, по идее, вернуть контроллер. По крайней мере, это вполне себе реализуемо. Потому что это все равно брак. От коробки там не меньше заявления на то, что тоже там стик, ну это стик дрифт и вся эта хуйня. Там точно те же самые отзывы, и видео на ютубе те же самые, там и с разборкой геймпадов есть, и там все одно да потому. Проблема там одна и та же везде. Она ничем не отличается ни на DualShock, ни на DualSense, ни на Xbox контроллере. Все одно и то же. Там всякие нинтендовые эти геймпады, может, чем-то вообще, там Switch эти контроллеры, может, чем-то отличаются. Может быть, но они странные. Поэтому я на такое не особо готов пересаживаться. Steam контроллер, вот про него тоже ничего не знаю. Не знаю, сколько он того стоит. Лол. Найс сделка. Самое то на ласта самое оно. What is saving quit abuse? I mean, for the loss, you can basically saving quit twice and it will refresh your holy mantle. So you will be unkillable. Э, Тони. I didn't say hello to you. Летели. How was your keeper streak going, Артуни? Hopefully better than mine. Nice fetus the kicks. У меня Steam, который второй год лежит, так ни разу и не подключил. Зачем ты убрал? Ух, эти игровые мажоры. Она покупает контроллеров и не пользует. А, подарили?
Может быть. Любопытство, но времени не хватает с ним разбираться. Он с виду очень странный. Я помню, что у него какой-то странный, по-моему, внешний вид. Actually, her run in which I beat mom's heart, harsh eyes, blue baby and delirium. Holy shit, that's pretty nice. It's a lot of unlocks for one run. Congrats. Good kill. So you have like Darkroom left, right? Like boss rush and Darkroom, I guess, right? And Shell, I guess. Obviously. I don't know. Switch, get Alex. На ранг, конечно, первый. Интересно выходит. Сильно легкий. Кипера, наверное, нет. Но уже нет. Надо пласта интересно подфармить. Ну, либо опять где-нибудь затроллил под самый конец, наверное. Типа, условно, кипера можно сделать ВР за... Сколько? За полторы недели. Плюс-минус. То есть, если где-нибудь, я не знаю, там... К концу марта умру. Или там, не знаю, где-то во второй половине марта. Может быть, я тогда опять режусь на кипера. Что я точно не хочу делать вчера, на СГТ, я точно уже убедился вчера. Что вообще никакого интересного этим детям мается сейчас. Так что, какие-то будут стрики, но... Видно будут. Лост играется приятнее, уж сильно приятнее. Тут его большой плюс. Что по гонкам? Какие гонки? Если про НФС, НФС будет в субботу, я и говорил. Тут план неизменный. В субботу будет НФС, и возможно будет в воскресенье тоже НФС. Там, по результатам. Типа, если я сделаю PB нормальный в субботу, то, наверное, все. Наверное, только один день будет НФС. И типа шанс, конечно, больше, что будет сегодня день, потому что типа там ран. PB там только делается просто играч. Просто вообще играч. Если я опять в рауте нигде не затуплю, как в прошлые разы. Шанс на это теперь вроде меньше, я вроде еще раз все пересмотрел. Все там, блядь, порасписал всю эту херню. Это все теперь на А4 листочки, все хорошо, просто отлично, что вроде все должно быть нормально. Тупить там вроде больше уже сильно негде. Кипер сдох, привет, Владилавин. Найс. Ну-ка, плюс один. Стрим отключился, я хз. Твич троллит. У него бывает.